ли насчет праведности, то я большой грешник. И только для очищения души, для своего покаяния могу рассказать. Я ведь много что происходил. Мне довелось быть и под конями, и на конях. И сам людей бил, и меня увечили. Покоя нет. Каков твой путь? Каков твой путь?
разобрать, что он такое. Так просто добряк или чудак? Или взаправду ясновидец и праведник? Что это за человек? —